Приветствую вас, друзья! Вы на канале Флорист Мариуполь. Сегодня у нас 13 апреля, и я хочу в этом видео поговорить на тему, как же правильно поставить цели, которые будут вас вдохновлять, воодушевлять, двигаться по жизни, достигать успеха. Хочу вам сказать по своему опыту, что очень сложно поставить себе цель. И очень много вопросов возникает, прежде чем каждый поймет для себя, что действительно он хочет. И об этом конкретно я хочу поговорить. Что же нужно учитывать для постановки цели и как правильно это делать. И ко всем вопросам я всегда подхожу очень досконально. И прежде чем заняться каким-то вопросом, я всегда изучаю много литературы, смотрю материал по этой теме и, конечно, прибегаю к опыту людей, которые уже достигли в своей жизни чего-то, которые могут служить примером для этого. При выборе своей цели нужно обязательно прислушаться к себе. Поговорим, как это правильно сделать, потому что можно очень много времени потратить на то, что абсолютно будет не ваше. И вы подниметесь, достигнете какого-то уровня, но потом в конце пути поймете, что вам это совершенно не нужно. Как же очень просто определить, двигаетесь ли вы в правильном направлении или нет. Двигаясь к своей цели, вы всегда должны испытывать вдохновение, как бы счастье, которое обитает вокруг вас, делая определенные действия, понимая, что вы приближаетесь к своей цели, это всегда дает приток энергии. Значит, это именно то, что вам нужно. При достижении своей цели, действия, которые будут способствовать этому, которые вы будете делать для этого, они тоже должны вас вдохновлять, воодушевлять, потому что вы должны получать удовольствие не только в конце достигнутой цели, но и в то время, когда вы двигаетесь к ней. То есть все, что вы будете делать для осуществления вашей цели, это должно у вас вызывать положительные эмоции. Вы должны быть затянуты в этот процесс. И запомните, вы должны испытывать радость в настоящем моменте. Не когда потом что-то получите, а именно сейчас. В данный момент я занимаюсь саморазвитием. Меня это очень вдохновляет, и я хочу делиться этой информацией с вами. А ваша обратная связь меня питает энергией. Спасибо вам большое за комментарии. И мне тоже интересно, что именно вас вдохновляет и что заставляет двигаться вперед. Дома в Мариуполе я получала вдохновение от работы в теплице. Мы выращивали цветы, у меня всегда было полно забот, и меня очень вдохновляло то, как мои цветы с маленького череночка превращаются в большие цветущие кашпо. Это вносило радость и какую-то цель в жизни. Но в то же время я всегда хотела развиваться духовно. Я пыталась это делать, но времени было настолько мало, что я, конечно, практически не успевала ничего. В данный же момент у меня как бы появился шанс все это реализовать. Я очень рада этому и советую вам тоже ставить цели разносторонние, для того, чтобы, если вдруг вы потерпите какой-то крах, неудачу, у вас всегда был запасной вариант, как в данном случае у меня. Поэтому я просто переключилась и продолжаю заниматься тем, что мне нравится. Найдите именно свои ценности. Это то, что доставит вам счастье и наслаждение. Недавно я смотрела фильм «Новый Завет». В этом фильме все жители Земли случайным образом узнали даты своей смерти, после чего изменили свою жизнь досконально. Фильм очень четко показал, как мы живем и пренебрегаем своими собственными желаниями. Мы живем по шаблонам, которые нам обычно навязали с детства, с подросткового возраста. В то же время не получаем никакого удовольствия от того, что мы делаем, и страдаем. Я вам желаю, чтобы вы свою жизнь сделали яркой и счастливой, именно прислушиваясь к тому, что хочет ваша душа. Она всегда дает вам знаки. Это определить очень легко, именно то, что нужно вам. Например, деятельность, область науки, произведения, ну или что-то другое. Думая об этом, либо получив информацию об этом, вы всегда будете в душе чувствовать какой-то приток энергии.
вас будет это вызывать положительные чувства, и также интерес к этому будет проявляться. Когда вы будете про это читать, это изучать, вы будете от этого получать удовольствие. Это именно то, что нужно вам. И в то же время, занимаясь не своим делом, вы будете всегда испытывать негатив. У вас будет портиться настроение, вы будете чем-то недовольны. Душа всегда подскажет именно то, что нужно вам. Но еще такой аспект нужно учитывать, что даже если вы занимаетесь тем, что вам по душе, тем, что вам нравится, это вас вдохновляет, дает энергию, всегда есть взлеты и падения. Это тоже нужно учитывать. В любом деле вы можете получать неудачи. Учась чему-то, например, езде на велосипеде, вы будете обязательно падать. Но конечный итог вы получите положительный. Это не значит, что вы идете не в том направлении. Нужно просто сделать вовремя работу над ошибками, сделать вывод из ситуации и двигаться дальше, ни в коем случае не останавливаясь. И, конечно, будьте счастливы от того, чем вы занимаетесь. И помните, что нужно работать, нужно усилия для того, чтобы добиваться и достигать то, чего вы хотите. Даже пусть то, чем вы занимаетесь, всегда делает вашу жизнь яркой и счастливой. До новых встреч. Пока-пока.